Сбылась давняя мечта работников Центральной городской больницы. Началось строительство межкорпусной галереи, которая будет объединять терапевтический, хирургический и бывшие педиатрические корпуса медицинской организации. В прошлом году, силами общественного объединения «За будущее Экибастуза», мы сделали проектно-сметную документацию на сумму более 50 миллионов. Они оплатили нам эти затраты. И, также Аким Павлодарской области одобрил этот проект. И, сегодня мы видим, что уже вовсю идет строительство галереи, то есть заложены основные несущие, то есть это колонны. И сейчас на данный момент уже ведется возведение основных, стен. Как отмечает Светлана Подзорова, после строительства галереи в городской больнице будет функционировать единый приемный покой, который будет расположен в центральном корпусе. Строительство галереи решит много острых вопросов как финансового, так и организационно-кадрового характера. На данный момент, например, у нас в больнице 3 приемных покоя, где работают отдельно каждый врач, санитарка, медсестра. И, соответственно, когда не совсем понятная патология, приходится по улице вводить пациентов для того, чтобы как-то определиться с их патологией. Но теперь, когда будем иметь мы галерею, у нас все диагностические службы, все специалисты будут воедино соединены. И самая главная проблема решится – это транспортировка пациентов к месту обследования, консультации и так далее. И, соответственно, это будет удобство и для наших сотрудников. Решение провести галерею на уровне второго этажа было принято не случайно. Как говорят медики, не хотелось трогать фундамент зданий. Переход не будет отапливаться, да и острой необходимости в этом нет. Медицинские работники утверждают, главное не транспортировать больных в колясках по снегу зимой и в жару летом. Галерея будет рассчитана на движение 2 каталог и медицинского персонала больницы. Средства на стройку выделены из областного бюджета. Окончание срока строительства планировалось в начале августа. По некоторым причинам процесс затянулся. Ориентировочный срок – октябрь месяц текущего года. Помимо этого, в корпусе, где раньше располагалось педиатрическое отделение, полным ходом идет капитальный ремонт. На данный момент сейчас проводится еще также капитальный ремонт 3-го педиатрического корпуса. То есть мы планируем службы города, такие как подстанция скорой помощи, павлодарский филиал СПИД-центра, переместить также в этот корпус из аварийного здания. И таким образом получается, что все основные службы города будут сконцентрированы в едином блоке. В принципе, по данному вопросу это работа всего коллектива, то есть мы неоднократно обращались в областной, в органы области, в управление здравоохранения, для того, чтобы вот этот вопрос как-то у нас сдвинулся с мертвой точки. И вот, наконец, мечта наших медиков осуществится, и мы будем полноценно работать и качественно оказывать медицинскую помощь нашему населению. Капитальный ремонт лечебного корпуса планируется завершить в ноябре 2017-го. И уже к Новому году все специализированные медицинские службы будут работать в обновленном здании. Еще одна хорошая новость как для медиков, так и горожан – это планируемый капитальный ремонт в инфекционном отделении горбольницы. Как говорит Светлана Подзорова, в 2018 году будет проведен его капитальный ремонт, который будет направлен на комфортное пребывание пациентов во время лечения в стационарных условиях.